А что, я такой, ну, поразмышлял. Осколок много. Два месяца промучился. Меня вытащили, зашили, ты все. Так, ну, ты же не знаешь, что именно может случиться? Оклемас, ну, найти в руку, не знаю. Ну, ничего страшного, немножко прихрабываюсь, короче. Я вот, 3 миллиона. Я покупаю тебе машину, что хотела. Я машину тебе покупаю, что ты хотела. Какую я хотела? Какую? На автомате какую-нибудь. И нет, все. Нет, прав нет. Мы сразу тебе мне купим права. Да. Все, потом видим, будет какой-нибудь там, на 1500 одевается полностью. И уходим в конкретный отрыв. Я прям, мне просто интересно, сколько придет зарплата завтра? А, не знаю. Я говорю, не дай бог, там упадет не то, что тут надо. Я поднимаю больше кораблей. Я говорю, либо мне платят то, что я за месяц здесь нахожусь, mm-hmm. либо, говорю, получаю осколок ногу и получаю в 10 раз больше. Ладно, милая, я тебя услышал. Ты меня тоже свяжешь, здоровься, хорошо?